Всем привет, друзья! Сегодня 7 января. Поздравляю всех с Рождеством. Всем желаю всего хорошего, чтобы у нас все росло и цвело. Сегодня я буду укоренять петунью. Петунью вегетативную. Она у меня уже укоренена вот в таких вот таблеточках. Сейчас буду брать с нее черенок и тем самым делать форму. Смотрите, вот так вот выглядит петушечка. Очень-очень хорошенькая. Такая вот хорошенькая корневая. Также дам ей уже побольше объем, пересажу в хороший грунт. И буду снимать с нее череночки. Вот так вот выглядит она. Здесь у меня 13 сортов. Приготовила я кассету. Я люблю укоренять вот так вот в кассетах. Очень удобно. И будем с вами втыкать. Естественно, поставила номерочки. У меня под номерочками, а название записано в блокнотике. Приготовила я вот такой вот грунт. Здесь у меня питательный грунт с магазина, плюс торф нейтральный и плюс торф кислый. Получается питательный, к примеру, ведро, нейтральный пол ведра и пол ведра кислого. И на глаз бросила я перлит. Петуния любит слегка подкисленный грунт. Сейчас будем пересаживать. Взяла я вот такие вот стаканчики. Здесь, наверное, 200 грамм. Здесь чуть побольше. Нет номера. Ну, где-то, наверное, грамм 250. Вот такие стаканчики. Здесь вот 200 грамм. Буду пересаживать. Так, они вот у меня в таблеточках. Я всегда таблеточку убираю. Не знаю, кто не убирает, кто не убирает. Я всегда убираю. И ставим череночек. Наш стаканчик слегка прижимаем и ставлю номерочек. Ножички у меня закончились, вот вилочки нашла. Вот таким образом сейчас я их все пересажу, потом буду брать с них черенок. Кладываю, не прижимая, делаю так вот отверстие, убираем марлечку, пленочку, не знаю, что это. Корешочки вот здесь торчат маленькие. Вставляю и прижимаю. Можно, кстати, уже ее и даже подкормить. Сейчас я ее обрежу, поставлю на черенок и подкормлю мочевинкой. И номерочек. Пересадила я свои череночки, пронумеровала их. Теперь буду черенковать. Я люблю черенковать прям маленькие-маленькие, такие, чтобы они были, как сказать, молочные, свеженькие. Прям малюсенькие череночки. Сейчас вот я его возьму. Здесь, смотрите, из пазух идет еще один черенок. Поэтому я возьму чуть меньше. Вот так. Вот такой вот прям малюсенький череночек я поставлю, чтобы вот этот еще один у нас вырос из пазух, вырастет, будет еще один череночек. И поверьте, вот такой маленький череночек, он прекрасно укоренится. Сейчас покажу и побольше черенки. Так, делаем обязательно отверстие, потому что черенки нежные, не надо их тыкать туда, чтобы они не сломались. Вставляем и слегка прижимаем. Черенки я ставлю в чистый торф с перлитом, нейтральный торф с перлитом. На глаз тоже у меня перлит. Перемешиваю, добавляю водички, чтобы при отжимании вода не текла. И ставлю. Смотрите, есть вот побольше черенки. Вот такие вот. Ну, такие вот большенькие черенки я как бы не очень люблю. Они уже жестковаты. Но все равно взять можно. И он тоже хорошо укоренится. Вот этот вот низ убираем. Такие грязные. Срезаем низ. Верхушку оставляем. Смотрите, если вдруг на верхушке будет цветочек, то цветочек обязательно надо будет убирать. И также, так, 21 номер. Делаем отверстие и вставляем. Без всяких укоренителей. Можно с укоренителями, можно без укоренителей. Так. Так, все повтыкала, и теперь я прям вот по капельке на каждый череночек налью. То есть, если где у меня грунт не сел нормально, водичка прижмет. Можно с пульверизатора опрыскать хорошенько.
Поставлю так в контейнер, закрою крышкой, написала 7 число. И прям неделю две можно спокойно не трогать. Сейчас я покажу вам те черенки, которые у меня укоренились. Вот у меня череночки, они не то что укоренились, они даже уже подросли. 2 недель еще нет черенкам. Вот там видно, уже появились корешочки. Ну, корешочки быстро, 9-10 дней уже дают корешочки. Где-то пока еще не видно. Но их сразу видно, те, которые укоренились. Видите, листочек немножко желтоват. Сейчас немножко они побольше корешочков дадут. Можно будет и пересадить. А сейчас можно даже снять черенок. Вот из этого я уже буду снимать черенок. Такой вот малюсенький. Прям как я люблю. Каждый черенкует по-своему. Я вам показываю, как я люблю черенковать петунии. Вот с этого тоже можно взять черенок. Корешочки уже видно. Прям вот так вот. Вот так хлоп. Листочек оставим. И макушечку я возьму на черенок. Они быстро укореняются и очень быстро растут. Вроде сказала все. На этом буду заканчивать свое видео. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.